Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Делаю маленький обзор двух видеорегистраторов, исполненных в зеркале заднего вида, то есть салонного зеркала. Вот, в обоих этих видеорегистраторах есть задняя камера. То есть камеру мы устанавливаем в области номерного знака или в салоне. Если в области номерного знака, то в задней камере есть красный провод, который мы должны подключить к фонарю заднего хода. И это видеорегистратор получается уже как парковщик. То есть, когда мы включаем заднюю передачу, включается задний фонарь и включается экран. На экране вы видите ограничительные линии, по которым вы можете парковаться. То есть там зеленые, по-моему, желтые и красные. Вот. Все вот эти зеркала, они как бы бюджетные. Здесь только видеорегистратор и парковщик. Больше здесь ничего нету. Вот, это значит модель Digma FreeDrive 114. И Digma FreeDrive 303 Mirror Dual. Все они, и Digma FreeDrive 114 тоже есть Mirror Dual. Просто здесь они не написали. Что такое Mirror Dual? Это означает, что есть задняя камера. Вот. Есть видеорегистраторы, которые в которых нету этой задней камеры. Просто он видео снимает в салоне и все. То есть задней камеры нету. Но здесь в этих двух комплектах есть видеокамера задняя. Значит, вот у нас, видите, самые. Значит, экран 4,3 дюйма, что в этом, что в этом. 32, здесь 32, широкий угол 120, а здесь угол 130, здесь просто не написали. Есть джин-сенсор, но здесь тоже встроенный микрофон здесь есть. Ави записывает. Вот здесь написали две камеры, здесь тоже две камеры. Вот. Дальше переворачиваем. Здесь вот технические характеристики. То есть у 114 сенсор ГК 1054 1,3 мегапикселя, широкий угол 130 градусов. У 303 модели сенсор GXN62 и также 1,3 мегапикселя, угол немножко уже, 120 градусов. Вот. Также две камеры, то есть два, как бы сказать, разных моделей. Ну, в принципе, они чем отличаются разные? То есть сенсор у них разный. У этого более дешевый сенсор, у 114 модели. У 303 более дорогой стоит сенсор. А так камера 1,3 мегапикселя. Это достаточно. Есть, встречаются и 2 мегапикселя. Это уже модель будет Digma FreeDrive 214, но она более дорогая. Она стоит порядка 4500. Вот, а это Digma, а вот эти, что Digma FreeDrive 114, что 303, они все на одной цене. То есть я FreeDrive 114 купил за 3500, а 303 модель купил за 3800. То есть там 300 рублей разница никак просто несущественная. На вес вот этого, вес устройства 271 грамм. Здесь 250. То есть это чуть-чуть потяжелее. Так, что еще там? Вот они, у них картинки. Видно, да? То есть что здесь камеры, но камеры у них все одинаковые, то есть они пишут, записывают видео в формате VGA, то есть
720 на 480 этих точек. Так. Также видеорегистраторы записывают в формате Full HD. Единственное, что честная Full HD записывает только 303 модель, а 114 записывает в формате Full HD, у него интерполяция, то есть за счет электроники. Вот, поэтому 114 модели желательно в меню поставить не Full HD, а HD, то есть 1280 на 720p, тогда будет уже у вас честное видео, никакая не растянута. То есть вот эта вот интерполяция, это они вот этот берут 720, растягивают до 1080, поэтому и видео будет немножко искаженное, то есть по углам, то есть по сторонам вот эти столбы будут, как бы, они должны прямо там сниматься, они будут как бы в согнутом положении. Это говорит о том, что именно вот это идет интерполяция. Вот, и еще там, еще зависит от угла этого объектива, то есть не надо гнаться, чтобы был 170 градусов захват, а достаточно 120-140 градусов для этих видеорегистраторов. В принципе, 120-130 это нормально, будет снимать отличное видео. А чем же вот эти все, вы скажете, зачем вот эта фирма Digma покупать? Digma, у Digma самое хорошее — это звуковая часть. То есть он записывает видео, и звук очень хорошо. И я встречался, то есть у меня были на протяжении вот этих, сколько там, ну скажем, 10 лет, и даже больше, наверное, были видеорегистраторы, в которых, где видео записывает вроде ничего, звук ни хрена не записывает, только очень тихо. Поэтому я с теми видеорегистраторами, то есть я от них отказывался. Поэтому я искал видеорегистраторы, где звук хорошо записывает. А здесь как раз вот компания Digma, хотя она зарегистрирована в Великобритании, вот, а изготовлена, естественно, в Китае. Поэтому не стоит смотреть, что как бы Digma какая-то, вот, какой-то производитель, то есть можно смело покупать. Вот. Короче, вот это 114, это как бюджетные, но не все бюджетные, что это, что это. Вот. Что это звук хорошо записывает, что это звук хорошо записывает. Видео тоже записывает. Единственное, что здесь надо ставить 720p. 1280 на 720p. Это формат HD. Будет честно записывать видео. Не надо гнаться на Full HD. Можно поставить Full HD. Но это будет уже не честный Full HD, а интерполяция. Здесь в 303 модели стоит уже сенсор более дорогой. Поэтому он там на 300 рублей дороже чуть-чуть. Вот, здесь уже Full HD честно записывает, HD. То есть, хотите Full HD, поставьте, хотите HD. А значит, у них это самое, видео записывается 1, 3 и, то есть, 1, 2 и 3 минуты. Есть, конечно, видеорегистраторы 5 минут записывает. Вот, ну, таких вот мало. Вот, а ставьте на 3 минуты, самое нормальное будет видео записываться. Так, теперь посмотрим, что там у нас такое. Я уже делал обзор на 303. 303, кстати, у меня стоял целый год, я ездил и видео записывал. Даже можете посмотреть, я там даже писал тест видеорегистратора такого-такого, там Digma FreeDrive 303. И видео там шло, можете посмотреть. А 114 модели я еще как бы видео не делал, я только купил ее. Вот. Зачем, вы скажете, так много вам видеорегистраторов? Вот, а это я как бы год попользовался, я его просто держу на всякий пожарный. Бывают видеорегистраторы, они ломаются, и уже как бы их не ремонтируют, а просто выкинули, да и все, купили что-то другое. Вот. А это я купил в подарок, 114 модель. Вот. Я хотел, правда, другую купить, там другого производителя, но не было. А была вот только 114 модель. Вот. А все остальные, они стоили где-то около 7 тысяч. Думаю, переплачивать в подарок это дороговато будет. Вот. А это 3,5 тысяч, в принципе,
нормально. Подарок можно сделать кому-то из моих подписчиков. Так, посмотрим, что там такое. Значит, у всех у них аккумуляторы 300 мАч. Это небольшой аккумулятор. Вот. Это аккумулятора хватит буквально на 3 минуты. То есть, закончить видео. То есть, когда вы включаете замок зажигания, он работает от прикуривателя, естественно. Вот, и потом все это дело гаснет. А, да, еще что хотел сказать. Можно экран полностью отключить, чтобы он всегда горел. Можно сделать так, чтобы он отключался через 1, 2, 3 минуты. Вот, я на 114 модели выставил 2 минуты. То есть 2 минуты, и потом он сам отключится. Вот, вот так. Ну, можно 1 минуту. Вот, и поставил уже на HD. А, да, чем они отличаются еще? Отличаются они тем, что немножко это зеркало 114 модели поменьше, что, чем у 303. 303 немножко габарит побольше. Подлиннее это самое зеркало. Да, а еще отличается тем, что экран, который сгорается у 303 модели, он находится в правой части, а у 114 в левой части. То есть кому-то нравится, что экран там и еще зеркало есть, можно смотреть, допустим, а кому-то нравится здесь вот. Ну, то есть можно сделать так, что экран может быть сам и гаснуть там. То есть выключили, видео идет, а экран потух, и вам не мешает этот экран, то есть зеркало вы все видите. Вот. Она с антибликовым покрытием. Так, сейчас посмотрим. Так. Ой, блин. Вот у нас зеркало. Вот, написано Digma FreeDrive 114. Видно, нет ли? А, вот это сникерс, вот эту вот защитную пленку надо обязательно снимать. Вот я говорю, один у меня подписчик, я ему выслал просто видеорегистратор в подарок. Digma 106 был такой регистратор, он стоил там где-то порядка, ну, где-то 1600 примерно, вот так вот. Вот я ему выслал, а он забыл вот эту вот пленочку снять. Короче, сделал видео, а видео получилось, то есть, смазано из-за того, что вот эту пленочку надо снять. Ну, и потом я снимаю, чтобы люди не забыли. Так, микрофон у нас находится вот здесь, внизу. Здесь у нас 5 кнопок таких подменюшек. 2 кнопки вверх-вниз, кнопка включения, кнопка меню и кнопка ОК. То есть нажимаете, фиксируется ОК. Вот. Но я не буду включать ее, в принципе. Здесь у нас динамик находится. Кнопка ресет. В верхней части блок питания. Разъем для задней камеры и карты памяти на 32 гигабайта. Ну, здесь какая-то заглушка. Видимо, здесь еще можно было... Просто корпус делают для, наверное, GPS-приемника, наверное, скорее всего. Ну, просто лепят, допустим, одни и те же корпуса. Видите, заглушка стоит. Значит, наверное, была возможность GPS сделать. Блин, всегда... Ногти чищу, они всегда у меня грязные почему-то. Так, сейчас мы его возьмем. Грязь попала сразу под ногти. Вот обычно говорят, вот у тебя ногти грязные. Ну ладно. Ногти только чистые, бывает, кто в земле ничего не творится. Здесь я постоянно... Вот. Короче, вот такой регистратор. Вот он. Да, комплекте. Обычно стандартная комплектация. То есть, здесь у нас комплектация у 114 модели. Две резинки таких вот. Это вот сюда на крючке вешаются на штатное зеркало. Здесь вот такая прокладочка, чтобы штатное зеркало не поцарапать. Вот. Значит, прикуриватель 5 метров провода, можно под обшивкой все это дело спрятать.
И сама задняя камера, вот там с разъем питания, здесь вот крепление, два саморезика, липучка можно прилепить на лоб, на заднее стекло, вот два саморезика, или на подномерной знак там положить. Здесь тоже надо это снимать, я, по-моему, снял даже, тоже пленочка бывает защитная на задней камере, обязательно надо все снимать. Также есть картридер, дается даже, видите, даже за такие деньги. Вот в 33-й модели не было такого вот этого картридера, а здесь положили. То есть картридер, гарантийный талон. Вот он, там еще инструкция. Вот, гарантийный талон на год дается. И инструкция на русском языке, видите, все здесь можно прочитать. Вот, ну и здесь, в принципе, они все одинаковые, стандартные там. Читать не обязательно. Вот как надо проводить, видите. То есть проводка вот так вот. Ну, под обшивкой, чтобы красиво было. И прикуриватель вот так вот делается. Вот. То есть все здесь написано, нарисовано. Вот, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки. Так, надо сюда убрать. Ну, я говорю, это я в подарок купил. У меня уже стоит это зеркало другое, правда. Вот, и здесь вот такая фигня, она влажность собирает. Такой картридер сюда кладем, заднюю камеру, прикуриватель. Вот эта коробочку такая. Вот она. А, вот резинки. Ну, извините, сюда наверх положим, а то кто-нибудь забудет. Так. Ну, прямо сюда вот положу резинки. Чтобы никто не забыл ничего. Можно потом... Вот такая, такой маленький. А. Ну да, сейчас я это туча вытащу камеру. Сейчас, извините. Сейчас покажу 33-ю. Вот, это у нас Digma. Вот я хотел это, снимал, видите, пузырики здесь. Вот эту пленочку надо снимать, защитную. Вот, экран здесь находится, вот ее видно. Так, с вами канал «Все для огорода», друзья, подписываемся. Так, это уже проверенный у нас агрегат. Ну, там комплектация все то же самое, что и в той. Единственное, что коробка уже как бы старая, потому что я 2 года уже этой коробки. Вот. Вот, вот так вот у нас. И вот так вот. Ну, это можно оторвать сразу, потому что мало ли кто забудет, и потом будет, скажет, плохо поснимает. Вот, 2 модели, пожалуйста, Digma. У нас можете смело покупать такой агрегат. Хотите 114-ю на 300 рублей дешевле, хотите 303-ю. Вот, у более таких, как бы сказать, это как бы видеокамера начального уровня. То есть это 114-я, дальше идет 214-я. У Digma 303 идет, а потом Digma 404. Вот 303 стоит где-то от 3 до 4 тысяч, а уже 404 модель, там уже стоит сенсор 2 мегапикселя, и у 214 стоит сенсор уже тоже 2 мегапикселя. А здесь у всех, у этих обоих, видите, регистратор, сенсор 1,3 мегапикселя. Вот. А у тех уже 2 мегапикселя. Поэтому те видеорегистраторы,
то есть в салонном зеркале точно такие же, только более старшие модели, они стоят дороже, то есть они стоят уже от 4, от 5 тысяч, по-моему, до 7. Вот такие вот они. За счет вот этого применяется другой сенсор, по-моему, от компании Sony. Вот. Поэтому и у них цена высокая. Ну, в принципе, можно и этими снимать. Какая разница? Тоже нормальные видеорегистраторы от компании Digma. Вот такой маленький обзорчик я сделал для канала «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Здесь у меня просто стол, табуреточка, здесь кусочек фанерки положил здесь, чтобы как бы от столик, стол маленький. В общем, такие дела. Это у меня про запас будет. Да, чем вот она хороша, вот эти. То есть вы видео записали, вот эту флешку берете себе, вставляете в картридер или в компьютер, или через картридер, и можете это видео записывать на свой канал. То есть вот эти, что ролики они сняли, можете их записывать на канал. У меня стоит другая видеорегистратор, там с GPS-приемником. Единственное, там такой функции нету. То есть, если я видео записал, только могу посмотреть на своем видеорегистраторе. То есть, это вот, а на Digma можно вытаскивать и сразу на компьютере можете посмотреть, что вы там записали. Вот. А у меня вот другая модель от другого производителя. Там вот такой функции нету почему-то, не знаю. Я, то есть, флешку беру, вроде она записана на самом видеорегистраторе. Можно посмотреть, что там записано. А в компьютер вставляю, ничего нету. Такие дела. Короче, есть возможность. Покупайте от компании Digma. Вот. Или 114 модель, или 303. Вот. Но я говорю, 114 она снимает в формате HD. А Full HD она снимает в формате интерполяции. То есть растянутая. 303 модель, это на 300 рублей дороже, она снимает уже в формате Full HD нормальный и HD. То есть, хотите HD, поставьте HD. Хотите Full HD, поставьте Full HD. Самые задние камеры у них все одинаковые, прикуриватели все одинаковые. Единственное, сюда 114 положили еще картридер. Вот в 303 модели картридера нету. Вот. Вот, ну ладно, на этом видеоролик заканчивается. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Бегом в магазин. Вот, я покупал это в магазине «Эликс». Но можно по интернету, наверное, заказать. В каких-то, может быть, интернет-магазинах. Может, они стоят даже дешевле. Можно в магазинах «Ситилинк» есть такие видеорегистраторы. А вот этот, 33-я модель, я в М-видео покупал. Вот, я зашел в магазин, я говорю, есть видеорегистратор? Они говорят, вот есть один, вот, 3800 стоит. Я говорю, ну давай. Вот, и как бы, я с ним отъездил 2 года, то есть 2 года я с этим регистратором ездил. Вот, а в этом году я купил другой регистратор, была акция, нашел, у нас магазин ДНС открылся, вот, и я туда поехал, и там эта акция на видеорегистратор в салонном зеркале, это Mio R46. Вот, то есть она без задней камеры просто, а Mio R47 с задней камеры. Именно 46-я модель стоит 6 тысяч. Вот. Я как раз успел по акции, а так она стоит, сейчас она с подорожанием все, она где-то около 9 тысяч стоит. Я успел как бы купить, в принципе, я доволен. Хорошо, громко говорит, блин, подсказывает. Говорит, камера на 60 или камера на 40. Блин, классный агрегат. Но эти не подсказывают, они просто записывают и видео, и все. То есть записывают видео хорошо, записывают звук хорошо. Вот. И также можете брать карту памяти на 32. Я вставлял на 64. Тоже за хорошо это самое. Единственное, что когда вы будете вставить чистую карту памяти в эти регистраторы, надо сделать форматирование на этом аппарате.
Бывает так, что видео не будет записываться. Бывает так. Просто берете чистую карту памяти на 32 и там на 64 и форматируете здесь, то есть делаете форматирование. Тогда он именно это все под себя подстроит, эту карту памяти, и будет видео хорошо записываться. Вот. Ну, купите на 32 гигабайта. Я вставлял на 64 даже, тоже записывает. Просто больше это самое роликов это входит сюда. То есть, когда старые записи, места не хватает на карте, она стирает задние вот эти и записывает. То есть вот так вот вокруг ходит и все. На 32. На 16 карту памяти лучше, конечно, не покупать. Ну, можно, конечно, на 16 поставить. Но единственное, там на 16 сколько? Ну, до 2 часа вам хватит. То есть, по-моему, 8 гигабайт на час хватает записи. Ну, на 32 это на 4 часа. А на 64 это 8 часов можно записывать. Вот. А, карту памяти какую надо брать? Я в основном беру от фирм SanDisk карту памяти Kingston. SanDisk это Китай, Kingston это Тайвань. И еще Adata была тоже хорошая карта памяти фирма. И еще какая-то. Ну, короче, я сейчас самые такие дешевые. Ну, по цене, с 10 классом, вот, со скоростью 100 мегабит в секунду, что ли, там, или я, ну, что-то там такое, короче, в этой карте памяти. Короче, берите или SanDisk микрокарту, я беру с адаптером всегда. Почему с адаптером? Потому что не всегда картридер, вот этот вот микро-SCD карту, он ее может определить. Поэтому, когда будете покупать карту памяти, берите с адаптером. То есть можно, ну, там даже с адаптером, что от микро, они, в принципе, у них цена одна и та же. Я всегда говорю, что мне надо с адаптером. То есть можно с адаптером использовать в любом каком-то цифровом фотоаппарате. Вот. Понятно, да? Именно это Kingston и SanDisk. Вот эти карты памяти хорошие, 10 класса. Но остальные, может быть, тоже хорошие. Но вот эти мне больше нравятся. Их как бы не на дольше хватает. Бывает... У меня как-то была карта памяти тоже на 32 гигабайта, и она, ну, работала, а сейчас бац, она не работает. То есть какой-то левый производитель этих карт памяти, ну, сейчас она вообще не определяется, и все, пришлось новую покупать. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода», жмите на колокольчик. Значит, у кого нету таких еще видеорегистраторов, то есть вот, очень удобно, мало места на лобовом стекле занимает, крепится при помощи резиночек на салонное зеркало, и зеркало становится гораздо больше размером, видно очень отлично, вот, и она снимает хорошо. Вот, и я говорю, Digma 114 переводим на формат HD, ну, также 33 можно на HD снимать, какая разница. Вот, мне один это разработчик вот этих всех, он сказал, лучше снимайте всегда на HD, не гоните за этими Full HD. Но здесь еще Super HD, это еще больше, чем Full HD. Но это уже другие модели, это компания Neoline делает, там у них уже формат идет Super HD, то есть более продвинутые. Ну, я не стоит дороже. Спасибо за просмотр, с вами канал, еще раз говорю, «Все для огорода», жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.